Садхгуру, позвольте мне начать со следующего вопроса. Я никогда не встречал людей, которые бы одновременно выполняли столько же задач, как вы. Вы делитесь чудесными вещами с людьми, с миллионами людей. Находите время поиграть в гольф, управляете мотоциклом, как настоящий гонщик. Я не знаю всего, чем вы занимаетесь. Как вы находите для всего время? Последняя фраза была не очень хорошей. Не знаю всего, чем вы занимаетесь. Это из чувства изумления. Есть очень занятые люди, или скорее мы считаем себя занятыми. Хотелось бы знать, как вы распределяете свое время? И что бы вы могли посоветовать нам, чтобы жизнь вне работы стала гораздо более осмысленной, по крайней мере, немного более осмысленной, чем сейчас, и немного ближе к той осмысленности, которая есть в вашей жизни. Наблюдая за людьми, в своих многочисленных путешествиях и встречая различных людей в бизнесе, образовании, науке и просто обычных людей по всему миру, я вижу, что большинство людей в те 24 часа, которые у нас есть, скорее поглощены своими мыслями, чем действительно заняты. То есть их мысли и эмоции — настолько большая проблема для них, что они тратят на них большую часть своего времени. Они работают. Но при этом внутри себя они сталкиваются с большими трудностями. Если вы занимаетесь спортом или творчеством, вы знаете, что даже небольшая внутренняя борьба означает, что мяч уйдет не туда, в музыке или картине, которую вы создаете, что-то пойдет неправильно, все будет идти не так. Другими словами, то, что может быть сделано очень легко, к сожалению, происходит с большими трудностями. Это происходит в основном потому, что им дали феноменальный гаджет или механизм, человеческий механизм. И более того, феноменальное измерение, называемое умом. Они пытаются пользоваться этим феноменальным механизмом или устройством, или компьютером, если хотите, не прочитав руководство пользователя. Каждый день они ведут борьбу со своими мыслями и эмоциями, и она не прекращается к 20 годам. До самого последнего дня на смертном ложе они по-прежнему борются с тем же, с мыслями и эмоциями. Если они смогут разобраться со всем этим раньше, уверен, они смогут работать вдвое меньше, чем сейчас, и быть намного продуктивнее, чем сейчас. Я стремлюсь дать людям эту возможность, показать, что можно жить расслабленно, а не в постоянной борьбе. Во-первых, говоря о работе, многие молодые люди, чудесные люди, получают признание за все те замечательные вещи, которые они сделали. Но не считая их, для большинства, работа означает, людям всегда говорят, что они должны работать тяжело. Никто не говорил им, что они должны работать с радостью. Никто не говорил им, что их работа должна быть проявлением их радости, их любви. Они должны тяжело работать. Если вы тяжело работаете, жизнь станет утомительной. Как же иначе? Вам требуется усилие, чтобы сделать что-то только потому, что вы не знаете, как это делается. Если вы знаете, как это делать, все будет получаться легко. Если вы берете за какое-то дело, не научившись ему, не потратив достаточно времени и восприятия, если жизнь — выражение всего этого, тогда жить становится трудно. Большинство людей только зарабатывают на жизнь. Возможно, воспроизводят потомство и однажды умирают. Ничего больше. Они, возможно, считают, что они делают много чего, но в действительности все, что они делают, — это едят, спят, воспроизводят потомство и умирают.
Столько шумихи вокруг этого. Любое существо способно на это. От червя и до насекомого, и любого другого существа. Все это делают. Все они обеспечивают себе проживание, едят, спят, воспроизводят потомство и умирают. Обладая 1/1000 частью нашего мозга, они все равно способны на это. Обладая таким большим мозгом, люди сталкиваются с трудностями. Но не с тем, что они делают, со своим мозгом. Их собственный интеллект стал для них серьезной проблемой. То, что является величайшим даром в нашей жизни, величайшим благом, наш интеллект, стал проблемой, потому что они не знают, как обращаться с ним, как им пользоваться. Он постоянно работает против них. То, что я называю «работает против вас», люди могут называть это по-разному. Могут по-разному описывать. Это могут называть стрессом, могут называть напряжением, несчастьем, депрессией, беспокойством, сумасшествием. Но на самом деле это ваш интеллект, который обратился против вас самих. Он работает не на вас, а против вас. Итак, моя основная задача — сделать так, чтобы хотя бы ваше тело и ум работали на вас. Пусть больше никто на вас не работает, это не важно. По крайней мере, ваше тело и ваш интеллект должны работать на вас. Если это произойдет, естественным образом ваша жизнь станет эффективной и наполнится блаженством.